Роман Бачурский пишет, что Трамп является государственным преступником, человек, который разрушает американские институты, разносит хаос по всему миру на радость диктаторам. Ну, Роман, доказательства. Государственный преступник. Ну вот, целый государственный институт в Соединенных Штатах, Конгресс, Нижняя Палата пытается это доказать. Это очень хорошо, то, что его в тонусе держат и его политические оппоненты. Вот, и тут вам, ну, совершенно правильно отвечают. Трамп снизил налоги, запретил Обамакер. Ну, не запретил, но там существенно ограничил, потому что это наносит ущерб государству. Американские институты, значит, коррупционные в Украине проявились. Ну, действительно, проявились, чего уж там. Вот. Ну, Роман ругаться начал на Анатолия Рыклина за это. Ну, Роман, так нельзя. Нехорошо. Иди на Х. Трампофил. Ну почему трампофил? Почему обязательно трампофил? Иногда это здравомыслие. Человек проявляет здравомыслие. Он, ну вот перед вами человек, вы можете меня называть трампофилом, трампофобом. Меня называли и так, и так. Трампофобом называли, когда я вслед за CNN повторял, что Хиллари Клинтон выигрывает там 8% у Трампа, а сторонники Трампа называли меня, значит, сторонником демократов, ругали очень. Мои ближайшие друзья говорили, что ты ошибаешься. Ну вот прошли выборы, оказалось, что американцы подвергались пропагандистской кампании. Они оказались правы, но надо признавать объективную реальность. И вам советую, Роман, и не посылать кого-то там на три буквы, а ну, спорить, разговаривать, это же... От того, что вы его назвали трампофилом, это что, появилась какая-то логика в ваших доказательствах? Ну нет. На радость диктаторам не вижу я этой радости. Не вижу я радости Путина. Санкции действуют, санкции серьезные. А военные действия в Сирии продолжаются, но не хотят американцы, не хочет Трамп таскать каштаны для курдов из огня. Не хочет. Ну, предлагает им самим как-то решить эту проблему. Это же было уже много раз, когда американцы как-то решали эти проблемы. Выступали против варварства в Ливии. Бомбежки городов. Значит, объявление бесполетной зоны, значит, ну и получали за это. Там, в Югославии то же самое. Этнические чистки, ну, варварство, преступления. Причем не там уголовные, там мелкие преступления, а преступления против человечности. Ну и получали свое. Ну, наверное, чему-то учатся. Значит, вне зависимости от исхода ситуации в Сирии, а там быстрого исхода не будет. А, значит, ну, тоже будут ругать, говорить, что вот они там разносят. Путин точно будет говорить цветные революции. Ну... Роман, мне кажется, на вас очень сильно воздействует Роман Бачурский.
на вас сильно очень воздействует пропагандистская кампания Кремля. Вы повторяете многие их установки. Это нехорошо. Не надо так делать. Не верьте им.